Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня расскажу о том, что новая песня Димаша Кудайбергена рвет китайский чарт. Релиз композиции «Lay Down» популярного казахстанского исполнителя на платформе KK Music состоялся 3 дня назад. Релиз композиции «Lay Down» в переводе «Усмири» в песне автор призывает усмирить гордыню, на KK Music состоялся 3 дня назад, 10 апреля. Уже спустя 1.5 дня песня получила Most Popular Golden Single Record, самый популярный золотой сингл, в чарте. Этой радостной новостью артист поделился с подписчиками в социальной сети. «Что думаете об этой песне?» – обратился Димаш к слушателям. И подписчики на нескольких языках ответили певцу восторженными комментариями. Первым успел отреагировать подписчик Вералум23, он написал: «Мне это нравится. Музыка отличная, что-то, что я могу слушать во время тренировки. Мне нравится, что вы не боитесь экспериментировать в разных стилях. Надеюсь, ваша музыка будет доступна на других платформах. Береги себя», и другой подписчик Лиадейм сообщил: «Димаш, Lay Down очень сильная песня, и в твоем исполнении звучит, как гимн, как призыв к каждому землянину, бороться и жить, найти и не сдаваться. Песня супер, мне очень понравилось. Спасибо тебе». Еще один восторженный комментарий от Майгайша Схакипова: «Любовь, похожая на сон, так еще Lay Down. Вот это счастье побольше песен от Димаша, любовь и восхищение миллион сердец». Однако были и те, кто не смог услышать песню, и этим объясняют малое количество лайков. Например, очень ценный комментарий от Rose Absolute: «Димаш, мы не можем зайти в KK Music, там регистрация на китайском. Не все поняли, как слушать песню. Поэтому мало лайков, а не потому, что песня не понравилась. Вероятно, надо сделать какой-то мануал, объясняющий фанатам певца, как войти на платформу и послушать новую песню Димаша». А недавно стало известно, что Димаш Кудайберген в октябре этого года выступит с сольным концертом в Нью-Йорке на Madison Square Garden. Дата шоу пока неизвестна. Со слов министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы, билеты будут дорогими. Комплекс Madison Square Garden вмещает в себя от 5 до 15 тысяч зрителей. Также впереди у Димаша несколько важных выступлений. 29 июня он выступит в Нур-Султане с праздничным шоу «Арнау» ко дню столицы, а 26 октября – в качестве гостя на юбилейном концерте Игоря Крутого, который пройдет на спортивной арене Barclays Center в Нью-Йорке. Дорогие друзья, большое спасибо за просмотр, напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях под этим видео, если оно вам понравилось. А если не понравилось, тем более, не забудьте подписаться, если еще не успели, нажав на колокольчик, ждем вас на следующих премьерах. Всем счастья и здоровья!